Так. 27 сентября 2023 год. Тут маленько накипело, да? Хочется выразить. Пока не остыл. Значит, отвечал на комментарий по поводу там, как мы будем детей воспитывать без российской культуры, без русской культуры. И потом вспомнил вчерашнюю свою перипетию, ну, в эфире. Решил, что надо это объединить в один пост. У кого-то это когнитивный диссонанс, конечно, вызовет, но тем не менее. Знаешь, вопрос был такой, как же вы без русской культуры будете воспитывать детей? Типа украинского ничего подобного не создано. Равноценно, равнозначно. Ребята, понимаете, вот у меня старший сын свободно совершенно владеет английским языком, да? Младший сын, он говорит и по-немецки, учится немецки, ну, и по-английски. Да, я в школе французский учил, но когда мне захотелось, я же говорю, я старый пердун, блин, нафиг я сел, я выучил, блин, нафиг английский, чтобы прочитать Тома Шарпа в подлиннике. Британский такой писатель, да? Так вот, ваша вонючая российская культура, которая воспитала народ, который, ну, блин, как бы слово такое выбрать, чтобы не матерное. Специфический народ, который, блин, позволяет себе приходить. Люди, воспитанные на этой культуре, приходят, убивают людей, которыми они искренне называли своими братьями, да, наверное? Вырезают, убивают, насилуют. Вот сейчас доклад ООН был про пытки там до смерти, блин. В Херсоне. Так это ваша... Я не буду говорить уже даже о том, что я, допустим, Оскара Уальда ставлю гораздо выше, чем любого российского русского классика. Да, посчитайте Оскара Уальда в подлиннике, блин. И потом расскажите мне, блин, про каких-то... Просто это ваша культура. Из века в век воспитывают каких-то таких людей, которые лезут в соседние страны, убивают там, вырезают, начиная с Казани, с Новгорода, да? И заканчивают сейчас. То есть что-то, как говорил Жванецкий из Одессы, может, что с консерваторией что-то не так. Так может, ну его к дьяволам вашу эту русскую культуру. Это раз. Теперь по поводу вчерашнего эпизода. Я захожу, там какой-то фронт там у них, блин, по поводу мовы. И мне говорят, будете спілкуватися по-російськи, будете говорить по-русски, быстро распрощаемся. И, в общем-то, довольно быстро, я только успел сказать, подожди, что-то я не пойму. Я, блин, ну, я уже третий раз в армии, да? То есть это в 90-х в Крыму служил, срочку служил, долг родине отдавал. Потом в 14-15-м АТО, блин, я был мобилизован, воевал там в 92-й бригаде тогда под Луганском там. Там блиндажи, там ДРГ, там погибшие пацаны. И сейчас я уже полтора года, да, вот сейчас я возле города Орехов, да, Запорожской области. И я говорю, подожди, я что-то не понял. То есть я достаточно хорош, чтобы убивать и умирать за Украину, но тебе чего-то тут не хватает, чтобы меня в эфир пустить, потому что я по-русски с тобой общаюсь. Вы, блин, я не пойму, блин, может как-то на фронте тогда заменим всех русскоязычных. Вот у меня сейчас, меня мобилизовали во Львове, да? То есть у меня сейчас половина подразделения российскомовное, русскоговорящее. Старшина с Донецка. В 14 году был вообще русский старшина, блин, нафиг, там с Полтавы, блин. Комбат был белорус. В 14 году вообще у меня там, я не знаю, 3%, наверное, было подразделение, блин, 3-5. Это украиномовное, остальные русскоговорящие. Что, я не понимаю, что не так. Вы думаете, что если я говорю, или Путин сказал, будем защищать русскоязычных, и вы такие, опа, всех переучили быстренько на украинский, вы так что ли себе это представляете? Вы решили этому плешивому нафиг казус белли, блин, обрезать, по самое не хочу. Так не получится, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, вспоминая басни Крылова и ту же самую российскую вонючую культуру. Вы поймите, я не знаю, когда вас не доходит, что... Когда человек, понимаешь, от того, что Шевченко писал на русском языке, он не стал, блин, нафиг русским. Ну что, до вас не доходит это, что ли? От того, что, блин, Толстой писал на французском, он не стал французом. Британцы, блин, англичанин, блин, допустим, канадец, там французский, английский язык. Если канадец пишет на английском, он не становится англичанином. Это сложно понять. Если канадец пишет на французском, он не становится французом.
в Англии, блин, 300 лет, блин, знать разговаривала на французском. Чё, они стали французами из-за этого? Чё, блин, у вас в башке народ, блин? То есть, с одной стороны, у меня ощущение такое, что вы целенаправленно, вот мне вот со 128 под Пологами, мы были когда на передке, там была 128 бригада рядом с нами стояла, в одном, на одних постах были с пацанами. И мне там с Западной Украины, когда я высказал такое мнение, потому что по-русски говоришь, моей жене там с ребенком во Львове, она сказала, не за что-то тетрадка, и там ей продавщица что-то высказала. Меня при этом не было, блин, жалко. То есть высказала по поводу того, что так трудно запомнить, там наорала, блин, жена ушла из магазина этого канцелярского с ребенком. Но, понимаешь, я когда рассказал, вот, там, с человеком разговаривал по поводу того, что предъявляют претензии по языку, он говорит, когда так я почуешь, наступный раз стреляй на звук. То есть, понимаешь, это просто настолько выродком надо быть, что, блин, половина фронта вот сейчас на русском языке говорит. И вы мне рассказываете, блин, нафиг, что не-не-не, ты в нашем эфире нет, у нас тут украиномовная. Ты недостаточно качественный украинец. Одупляйтесь как-нибудь. У меня ощущение, что это тролли какие-то просто. То есть целенаправленно старается разжечь, блин, мовное питание. Идиоты.